А в Твери за качеством ремонта дорог и тротуаров продолжают следить специальные комиссии. Накануне такая проверка прошла в московском районе города. Тему продолжит наш корреспондент. Ремонтные работы на бульваре Гусева начались в середине июля. Сейчас подрядная организация проводит работу по замене бортового камня и устройства тротуаров на участке от улицы Королева до Октябрьского проспекта. Также тут заменят асфальт на протяжении всей проезжей части. Здесь же появятся площадки для ожидания транспорта. За контролем качества выполненных работ следят не только специалисты департамента дорожного хозяйства администрации города, но и представители общественности. Тротуары, которые вот здесь, это тротуары идут к школе 49. Школа 49, наверное, одна из самых крупных в микрорайоне Южный. Здесь огромное количество ходит детей в школу. Тротуары здесь напрашивались очень-очень давно. И вот, наконец-то, все-таки здесь сделают тротуары. Все ремонты тротуаров обязательно с обеспечением доступной среды для маломобильного населения. Посмотрели, что уже подготовлено занижение. Будем обсуждать, есть ли возможность все-таки здесь продублировать пешеходный переход. Вторым пунктом инспекционной поездки стал объект капитального ремонта — улица Бортниковская. Здесь проводятся работы по замене дорожного покрытия и обустройству тротуаров. Выполнены работы по устройству щебеночного основания проезжей части. По левой стороне уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Готовится щебеночное основание под правую полосу. В ближайшее время должны будут произвести укладку асфальтобетонного покрытия. Дорожная кампания этого лета проводится в динамичном режиме. В работе уже почти все объекты от запланированных к ремонту в этом сезоне. С каждым годом реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» качественно меняет уровень объектов дорожной инфраструктуры города. За последние 3 года в Твери в рамках БКД отремонтированы 143 дороги. Этой осенью будет сдано еще 49 новых объектов.